Друзья, вот Далелебек ага, мы в одном поселке Уржар живем, в Казахстане. И вот ага, он у меня приобрел таблеточки Fuel Gift, топливная тема. То есть это такие таблетки для того, чтобы экономить любой вид топлива. Как вы проехали, сколько километров и какая у вас вышла экономия? Я взял 10 таблеток для пробы, ну, одну таблеточку. Половину положил, но там же из расчета таблеток на 100 километров. На 100 литров. На 100 литров, вернее. Ага. На 100 литров. А у вас бак какой? 60 литров, на Chevrolet Niva. Вы залили полный, да? Да, я полный залил. Пол таблетки положил. Ну, я вначале бутылку развел, а потом бак залил. Ага. Вот, я поехал в Шолпан и обратно. Это сколько километров, значит, проехали? Ну, я считаю, всего? До Таскискена, считаю, до 92-го 80 километров. А. Я от 92-го до Шолпана где-то, ну, 60 километров. Ну, пусть даже будет 50 километров. Это, считай, 140 километров. И обратно 140 километров. 280 километров проехали. 280 километров проехал. Ну, там по поселку же ездил я. И как вы почувствовали экономию? Ну, тяга хорошая, нормально. Да? И изменения есть, что двигатель мощнее идет. Когда замерил, когда выезжал, ага. Ну, просто самому же интересно. Думаю, правда, неправда. Думаю, ну, 57 литров было на этом показании. Ага. Я туда-обратно приехал, в Уржар заехал, смотрю, у меня 37 литров. Вот, ну, и считай 20 литров. 20 литров расход у вас только, да, всего лишь вышел, да? Расстояние я прошел 280. А раньше вы на это расстояние сколько расходовали бы? То есть было бы больше? Да, может быть 28, может 30 бы расходовали. То есть экономию сразу почувствовали как? Конечно, да. Здорово, круто. Ага, Рахмет, благодарю вас. Я вот сейчас опять же взял здесь, раз надо все. Когда служил вам? Разогрев там. Стоишь, экономишь. Сейчас завел и пусть молотит. Уже знаешь, что расход небольшой. Небольшой. И не жалеешь, молотит. Благодарю вас.